Всем доброе утро. В общем, промахнулся я был с той стоянкой. Не заехал я на нее. И она, получается, там в конце подъема. А сами видели, там буран, снег дул. Что-то останавливаться, рассматривать особо не хотелось. И плюс указатель там только с левой стороны показывал, что стоянка есть. Оказывается, там еще и с правой стороны была. В общем, ну да ладно. Немножко дальше, еще на километр 50, где-то 60 проехал. И все, и встал на стоянку. И причем вообще нисколько не пожалел. Там сейчас на этой стоянке новые душевые, новая банька. То есть они летом открылись, а там все так чисто, культурно. В общем, я не взял с собой телефон, когда ходил в душ с утра. Хотел показать вам. Ну ничего, обратно буду ехать, я обязательно заеду, хочу в баню там сходить, там баня просто бомба, новая, все новое, еще ничего не сломано, никакого грибка, ничего такого нету, все чисто, вот такая вот. Через 500 метров на светофоре поверните налево. Сейчас нам до Тулуна осталось где-то 120 километров, все такое. В общем, до Иркутска 519. Погнали работать. Что-то я сегодня поздно так встал вообще. То есть по местному я выезжаю. Здесь 12 часов дня. Пока раскачался туда-сюда. Но я и приехал поздно, правда. Да ладно. На восток ездить-то так. Я как-то ездил был во Владивосток. Я тоже. Они уже спать все хотят, а мне еще спать рано. Они уже все встают, а я еще спать хочу. В общем, такой вот расклад. Ладно, едем по омскому времени, а там посмотрим. Вот, кстати, в таких моментах понимаешь, что камера нужна. То есть ты ее в карман закинул, и пусть она лежит. Где-то что-то подснять, заснять. Надо брать. Все больше и больше склоняюсь к тому, что надо покупать. Ладно, будем думать, будем брать, наверное. Наверное, закажу Деду Морозу, пусть на Новый год под елку закинет. Посмотрел, как называется населенный пункт этот, в котором ночевал. А что-то коллега на аварийке стал. Еще где-нибудь бы в магазин зашел бы. Хлеба бы прикупил, но какие здания старые. Расцепился. Да елки-палки, ты бы уже успел бы проехать 73 раза нафиг. Трясется, блин. Старый мост, наверное, был какой-то, разобрали. Только основание осталось. Этот новый. Речка там течет. Ручей. Через 500 метров поверните направо, а затем поверните налево. Хорошо. Сейчас
сейчас, собственно, посмотрим. Нижнеудинск или Нижнеудинск, не знаю, как правильно ударение ставится. В общем, в этом населенном пункте ночевал я. Ох ты, блин. Буксуем немножко. Доехал я, в общем, до Тулуна. Этот город года 3-4 назад, наверное, топило. Наводнение здесь было. Как-то расположен местами вообще в низине. Поверните налево. Прямо 4 километра. Все, мы тут буксуем немного, да? В подъем поднимаемся. Я так понимаю, вот эта речка здесь затопила все было. Летная площадка. В общем, вот такой вот город Тулун. Детские площадки какие-то, парки. Все, сейчас на заправку заправляемся, едем дальше. До Иркутска нам еще 78 километров. Населенный пункт называется в данный момент, по которому едем, Тельма. И смотрите, какая красота. Так, Собакин, ты смотри, не балуйся, блин. Что, подъезжаю я уже к Иркутску, осталось 12-11 километров до выгрузки. Сейчас мы по объездной, получается, на города Ангарском проезжаем. Ангарск у нас с левой стороны остался, там ничего не видно, конечно.
Ну и в Иркутске мы выгружаемся прям с краю города. То есть практически сам город не въезжая. Так что особо показывать-то и нечего, наверное, будет. Так, въезжаем мы в город Иркутск. Так, нам до выгрузки 4,6 километра. Розы Люксембург. Вот нам вот эта улица нужна. Так. Так, здесь, по-моему, правее надо нам, да? Нифига, тут КДМ от сколько. Съезд, поверните направо. А мы буксуем, блин, нифига себе. Нифига себе, потихонечку, помаленечку пробуем. Так, седьмая. Шкребемся. Давай, чуть-чуть осталось. Ну-ка, может, вот сюда, вот он, о, полегче. Полегче пошло. Снежок зацепило. Скользко. Заелозили подъемчик. Иркутск, что ли? Ну да, я же в Иркутск приехал. Что за вопрос-то? Где-то вот здесь вот надо выгружаться, в этих местах. Что там интересно, коллега встал. Просто так встал или не просто так. Опять все заелозим. Буксуем. Так, на светофоре нам налево. Поверните налево, а затем поверните налево. Хорошо. Хорошечно. Так, вот на вот этом светофоре нам налево. Поверните налево, а затем поверните налево на улицу Розы Люксембург.
Хорошо, как скажешь. Так, налево. И сразу налево, что ли, да? Здесь или не здесь? Вроде бы здесь, наверное. Так, сюда нам, по-моему, налево надо, да? Поверните налево. Так себе дорожка. Так, заезжаем. Батя добро дал заехать, правда, он уже, видать, Новый год репетирует, отмечает. С хорошим настроением, такой молодец прям. Уставший весь. Говорит, заезжай, говорит, на территорию. Я, говорит, тебя так пропущу. А утром, говорит, созвонишься, куда что ехать. Я говорю, ладно, договорились. Да, что, сейчас запаркуемся. Воли и будем ночевать. Так. Максимально вправо. Опа. Так, ништяк. Отлично. Чуть-чуть повернуть. Кабину рихтануть и будет нормально. Да, я думаю, хватит, наверное. Все. Судя по следам, особо мешать мы никому не будем. Ладно, ночевать будем здесь. Сейчас, наверное, вскипячу чая. То, что что-то я есть не хочу. Почаю и спать завтра. Работать,
выгружаться. Ну и, в общем, все эти вытекающие моменты. Кстати, надо еще ролики монтировать. Но вы их уже, наверное, посмотрите. Вот. Ладно, все, всем пока. До новых встреч.